кинотеатре «Москва» города Каспийска стартовал первый день цифрового форума, в котором приняли участие более 600 человек. Это студенты, молодые ученые, представители госструктур города и другие. Напомним, что данный форум – это площадка для обсуждения создания цифровой экосистемы, транспортного коридора «Север-Юг», разработки стратегии развития, основанной на цифровых технологиях, которые дадут дополнительный мощный импульс к развитию проекта. С самого утра на площадке уже прошла регистрация участников и деловой завтрак. После они отправились на торжественное открытие, где их встретили традиционной зажигательной лезгинкой от ансамбля «Саракум». В форуме приняли участие помощник президента Российской Федерации, секретарь Государственного совета Игорь Левитин, глава Дагестана Сергей Меликов, заместитель министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Мейсам Абиди и многие другие. Они, в свою очередь, выступили гостям с приветственным словом и рассказали о основных целях данного цифрового форума. Глава Дагестана обозначил, что на данный момент для республики важно создание цифровой экосистемы транспортного коридора «Север-Юг». Те пути, по которым когда-то шел Афанасий Никитин, они не новы, и между севером и югом всегда возникала необходимость определенных связей. Ну а нынешний транспортно-логистический коридор, даже если взять по его географии, который простирается по прикаспийским территориям, да и не только, это не что иное, как повторение в определенной степени великого шелкового пути. Спикеры форума также рассказали о важности цифрового развития по всему миру, особенно в современной реальности. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО Владимир Надытко обозначил главные задачи для страны, которые нужно реализовать. Сложнейшие задачи, которые направлены как на обеспечение комфортной жизни наших граждан, так и до решения задач, которые сегодня стоят во главе угла, это импортозамещение, наша индустриальная независимость. Поэтому такие форумы и рождают новые идеи, новые алгоритмы работы, которые будут и дальше вести нашу страну к победе. Отметим, что на сегодняшний день планируется подписание соглашения в сфере развития информационных технологий, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта и многих других отраслей. Кроме того, в форуме приняли участие председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, глава Каспийска Борис Гонцов, председатель собрания депутатов города Каспийска Абдулвахид Джаватов и многие другие представители госструктур. В период форума участники также обсудят вопросы в части разработки нормативной базы, наличие технологических и технических возможностей для успешной интеграции проектов. Стоит подчеркнуть, что цифровой форум будет длиться 3 дня. Для участников подготовлена насыщенная программа.